Вакцинация – это наиболее самый эффективный метод профилактики от гриппа. И крайне важно вовремя сделать прививку, чтобы запастись иммунитетом. Вакцина производится таким образом, что учитывает все типы вируса гриппа, которые циркулируют в данный эпидемиологический сезон, и каждый год она разная. Иммунитет у нас формируется после вакцинации примерно через 2-4 недели и сохраняется на протяжении одного года. Поэтому очень важно именно каждый год делать прививку от гриппа. Вакцина, которая поступила сейчас в клиническую больницу номер 8, это Совигрипп, она предназначена для вакцинации взрослого населения. Ультрикс Квадри – это вакцинация, которая разрешена вакцинировать детей с 6-месячного возраста и также предназначена для вакцинации взрослого населения из групп риска, которые имеются хронические заболевания, и в том числе беременные женщины. Флюэм-вакцина, которая сейчас поступила к нам, это вакцина, которая производит непосредственно ФМБА России. И уникальность этой вакцины в том, что она очищена настолько хорошо, что самый главный аллерген – это волибубин, который содержится в дозе 1-2 нанограмма на дозу. Это 500, даже 1000 раз меньше допустимого значения. То есть настолько очищена и хорошо произведенная вакцина, которая меньше может вызвать аллергических реакций. Противопоказания, да, есть у вакцин противопоказания, в основном это аллергические реакции, но перед каждой вакцинацией необходима консультация терапевта либо педиатра. То через наш официальный сайт можно отправить заявку предприятию в количестве скольких человек, кто хочет вакцинироваться. Мы будем формировать мобильную бригаду по выезду, договариваться с ними и вакцинировать на место уже непосредственно предприятия. Маломобильные люди также могут через колл-центр позвонить, который работает также по будням, и оставить заявку о том, что хотят вакцинировать человека. Опять же, сформируется мобильная бригада, будет выезд, и человек придет обязательно.